Зачем воспоминания хранить на память? Зачем на холодильник фото клеить? Все это может вас потом убить, поранить. События желанные навеять. Зачем топить, что чувство вечное? Не вечно небо и земля. Ничто, скажу вам, я не вечно. Не вечен ты, не вечен я. Не вечно сладостное время, не вечно теплые слова. Не вечно даже то, что нам казалось неизменно. Все это растворится раз и навсегда. Не надо думать, что у вас не так. Я тоже в первый раз сопротивлялся. Но потом все получилось так, чего не ждал и до смерти боялся. Я тоже фото собирал в альбомы, я тоже планы строил на любви, но тот, кого любил, нашла другого, разрушив разом все мои мечты. Я не скажу, что вот она плохая, не буду говорить, что сам был нехорош. Она теперь с другим, а я с другой в любовь играю, а все, что было раньше, превратилось в ложь. Потом другой твердил «люблю до гроба», она кричала, будто дышит мной. Была еще одна особа, и у того ушла вся с головой. Но, как обычно, все на время, потом другое, потом другая. Поэтому не стоит кляться в том, что мы мгновенно забываем. Не стоит делать памятное фото, не стоит говорить, что это навсегда. Потом посмотришь, скажешь, кто это, не вспомнишь даже имена. Не вспомнишь теплые объятия, не вспомнишь «я тебя люблю». Запомнишь только вечные проклятия, одиночество на время тишины. Я тоже раньше делал фото. Твердил, что память дорога, ну а теперь забыть охота, одну, вторую и тебя.